Чтобы приложение расставляло отклонения снаружи от конструкций, они должны быть начерчены замкнутой полилинией. В качестве фактической съемки могут служить точки или блоки, находящиеся на одном слое и с одинаковым цветом. Приложение само распределит их на нижний и верхний согласно отметкам. Приложение одновременно контролирует три параметра – отклонение в нижнем сечении, в верхнем сечении и вертикальность. При этом можно выбрать, какие из параметров подписывать. Сначала указываем образцы объектов, а уже затем общий выбор. Приложение вычисляет и подписывает отклонения перпендикулярно конструкциям, которые в свою очередь могут иметь и дуговые сегменты. Для лучшей читаемости у атрибутов используется скрытие заднего плана. Также созданные блоки являются аннотативными. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии.